Казахстан будет укреплять сотрудничество с Белоруссией и Молдовой. Сегодня в Алматы глава Кабмина нашей страны встретился с премьер-министрами Беларуси Сергеем Румасом и Молдовы Ионом Кику. Так, Казахстан заинтересован сотрудничать с Белоруссией в инвестиционной, индустриальной, агропромышленной, энергетической сферах, а также в рамках интеграционных объединений. Наши страны успешно работают в сфере промышленной кооперации, к примеру, сборка карьерной техники, производство комбайнов и автотехники. На встрече с главой правительства Молдовы Оскар Мамин обсудил перспективы двустороннего экономического сотрудничества и взаимодействия в формате ЕАЭС. Сейчас в стране работают больше 70 юридических лиц, филиалов и представительств с молдавскими участием. А в Алматы готовится к масштабному форуму Digital Алматы. Цифровое будущее глобальной экономики. Он стартует в пятницу. А сегодня Оскар Мамин встретился с иностранными экспертами, которые приехали для участия в форуме. В Алматы прилетел директор по трансформации правительства Amazon Web Services. С ним глава правительства обсудил перспективы сотрудничества с Астана IT Hub. А специалисты государственной цифровой службы Великобритании могут помочь в подготовке и повышению квалификации казахстанских айтишников. Со старшим советником по инновациям ЮНИСЕФ Оскар Мамин обсудил перспективы открытия в республике регионального хаба, который в том числе поможет развитию инновационных стартапов в Казахстане.